За ніч у Донецьку загинуло 11 мирних жителів, 8 поранені. Ця інформація з сайту міського голови. Бойові дії розгортаються у 2 районах міста. Жителі бачили спалахи в небі і припускають, що це запалювальні бомби. Пошкоджено будівлю краєзнавчого музею. Жителі селища Шахти Трудовська повідомили про обстріли і руйнування житлових будинків. Немає води в 4 мікрорайонах. Через бойові дії заштурмовано 267 підстанцій. Роботу 25 вдалося відновити. Поки що без світла хлібозавод і молокозавод у Кіровському районі. Про ситуацію в місті і навколо нього телефоном наш колега з Донецька Іван Літковський. Ситуация в Донецке довольно напряженная. То есть с наступлением утра как бы стихла артиллерийская канонада, но однако она продолжалась со вчерашнего дня. Также были слышны залпы града. Вот под артиллерийский обстрел попали жилые дома Ленинского, Петровского, Кировского, Буденновского и Куйбышевского района. Это южная, западная и юго-западная окраина города. Также, в принципе, несколько снарядов упало и в центре Донецка, в Ворошиловском районе. Вот, в частности, был поврежден торговый центр. Ну, стоит заметить, что он уже более месяца закрыт и не работает. А также было повреждено здание городской прокуратуры, которое находится под контролем боевиков ДНР. Ну, к сожалению, также были повреждены и жилые дома этого района, и есть погибшие люди. А вот прошедшей ночью ожесточенные противостояния, вот, в частности, с применением артиллерии, тяжелой артиллерии, происходили на окраине города, вот в Ленинском районе. В ходе артобстрела на хуторе Широкий произошел масштабный пожар. Также сегодня в мэрии заявили, что в городе Моспино, который относится к городской агломерации Донецка, в результате артобстрела пострадало более 40% города. Однако вот по сообщениям местных жителей заявление о разрушении довольно завышено. То есть основная часть попаданий пришлась по объектам, в которых по нежилым объектам, в которых располагались вооруженные представители ДНР.